нас есть машина UM-32, которая дает 32 тонны на тягу. Поворот осуществляется за счет механического, за счет кинематической схемы вот этого рычага. То есть если мы ездим цилиндрами взад-вперед, оно поворачивается. Если нам надо убрать, мы скидываем эту тягу, и оно у нас не вращается. Тяга остается вот здесь. Ясно вам это показать? Просто толкает, да? Да, то есть она тогда едет прямо, ну либо можно это делать, поворачивать вручную.